Привет, меня зовут Агайна Лейла, и сегодня я представляю посольство Российской Федерации здесь, в зоопарке в Вашингтоне. А сегодня мы представляем сибирского тигра, который проживает на территории России. Существует несколько программ по сохранению тигров. Их 6, 2 из них национальные, 4 региональные. Нам удалось собрать уже около 10 миллионов долларов для того, чтобы сохранить и спасти умирающих животных.